Вот сейчас ваша задача не давать, как бы, да? С этой стороны показываю, да? Вот я лежал. Надо все время быть плотно к бойцу. Вот Юра сейчас так делает, очень тяжело с ним работать. Он мало, кажется, что мало делает, а он делает все невидимо. Вот мы где-то лежали, моя задача, да, там? Где-то я здесь лежал. И вот он, видите, шлагбаум молодец поставил. Моя задача вот сюда влезть, да, и вот зафиксировать. И ему будет не так удобно. Он крепко хоть и стоял, все равно я, есть возможность контролем вот влезть и обтянуть его или что-то там, каким-то образом взять отсюда. А потом, хоп, подтянуться, например, с фиксацией, да, и посмотреть. Вот сейчас с той стороны сними. Тоже смотрите. Отсюда будет у вас возможность вот с этой рукой работать, потому что вы голову отделили. Да, вы отделили голову. Вот здесь вот. Вот она. Раз. Такие приемы, в принципе, запрещены в разных соревнованиях. Вот где мы до джиу-джитсу боролись, они просили вот локтем сюда не сдвигать. Но я вас вначале учу боевой, чтобы на все случаи жизни, а потом для спорта уже что-то вычленяем. Да? Вот таким вот образом, да, чтобы было здесь поставлено. Вот мы вычленили.